Так, и наконец-то я все докопал. Да. Ну, уже все сделал, короче. Вот. И даже очень много геля. Это было очень много, даже со статичком немножко. Блин, сейчас. А, так поудобнее. Попривычнее. Так. Ну, думаю, уже, кстати, уже можно пойти на класс Ктулху. Только бы мне еще убежит гель и дерево. А, нет, сейчас буду рубить. Сейчас так. Ай, окей, сейчас вернусь. Так, ребят, все, сразу же вызываю. Потому что у меня уже все есть. Да. Так, берем, да, быстрее, только сейчас, ну и закончится. Давай, где ты? Ты. Мерзопакостный глаз Ктулху. О, господи, сейчас меня убьют. Ну, у меня нет вообще хпшек, если я умру, то пойду копать хпшек. Ну, щелочки. Ну, не щелочки, а... Эти, господи. А, господи. А, сердечки, чтобы у меня было 400 хп. Ну, возможно, меньше. Смотри, сколько накопаю. Господи, они сгабарили. Да, они же все монстры тут. Давай, чуть-чуть буквально. Сколько у меня тут хп? Отвалите. У меня 1800, 1700 даже. Еще чуть-чуть. О, даже 1600. Давай, блин, сейчас утро настанет. Его не успею просто убить. Сейчас будет у меня нападать часов. Я тоже. Как-то всегда бывает. Быстрее. Вот, был бы время, я бы его убил. Но сейчас... А, ну у меня есть еще немного времени. Так, я там посмотрел. 500, давай, вообще капелька ему снести еще. 300, ай, хилься. Что, нельзя? Нельзя похилиться? 16, а чё? А, у меня хп осталось 16, а не у него 16. Я налетел. Нормально. Окей, даже следующий иначе. Подождите. Итак, вот уже темнеет. Прошло минут 30, наверное, скорее всего. Потому что я реально там очень долго там стоял. Так, и сейчас попробую вызвать. Надеюсь, вызовется, потому что... Окей, еще буду... Ну, еще буду ждать. Итак, вот, да, вызывается. Ага. Все, и поеду. Нет, не точно еще. Возможно, сейчас умру. Так. Не знаю, глаз Ктулху это самый первый представитель боссов. Первый босс, которого вы убиваете. Он самый легкий. Не-не-не. Есть еще легче. Ой-ой-ой. Есть еще легче. Это слизень, огромный кросслизень. Вообще, просто ты его зажмешь, и не выбраться оттуда. Или вот как делал этот... Хачман. Или как Хахмач, вот. Хачман. Господи, он, по-моему, сейчас вообще уже больше никакой террары не снимает там, по-моему.
так и я не получается туда снимаю террарию. Ну, еще там Demon Help есть мой любимчик по террарии. Спинал. Ти-Джой. Хочу сказать, Ти-Джойкин. Иди поиграй. Кстати, у нас на канале было 10 подписчиков, теперь 12. И офигеть, как я все-таки быстро-то расту. А, получается так. Возможно. Возможно, что я и правда быстро расту. Так, еще чуть-чуть, чтобы пол. Вот, все. А, теперь убегаю. Потому что я сейчас резко рванет. Вот. 10 хп. Я там все. Звучит как-то смешно. А без масла мне не классно. Масло, хасло, хасло, масло. Что я несу? Все, изи, 800. Вы че, это реально он лил. Он лил, да. Лил. Реально же изи просто. Правда, он теперь не поджигается, это минус. На так изи. 30 секунд, подожди, пожалуйста. А нет, он все-таки поджигается. Ну иногда. Ну, в принципе, всегда. Все поджигаются так иногда. Давай, 300 хп ему снеси. Я че так трудно? 100 хп снеси. Нет. Нет. Да! Да, и получил маску. Прикольно. Прикольно, че. Я еще могу сказать, прикольно. Так, и сейчас, наверное, сделал прозвалку босса слизня, так что подождите. Ну и так, я сделал, в общем-то, эти прозвалки, ушло на это у меня весь гелий. Ушел, где он? Подождите. Где он? Так, я сейчас разбой дерево. Прикольно, чего. А где он? Окей. Сейчас немножечко поищу. Ты тут? Ты там? Ты тут? Ты там? А вот он! Алфакбар! Так, а так ему мутор наносить? Нет, к сожалению, нет. А вот так вот будет. Вот, видите, все изи чиф. Изи босс. Это может еще легче убить. Это как обычного слайма убить, только большого. Не, ну, правда, очень легко. Хотя, когда он станет слишком маленьким, уже тогда будут проблемы. Я тогда сможет перепрыгнуть просто. Хотя и там одно и то же. Короче, сейчас я вернусь, когда я уже его убью. Да. А, кстати, знаете, что я еще заметил? То, что это же, ну, слизень из гелия состоит, а у него поджигающие стрелы. Значит, что? Он должен сгореться. Ну, полностью, вот просто я стрельнул, он сейчас моментально бы сгорел, но... Физика террария работает по-другому. Ну, ничего. Так, еще чуть-чуть тут буквально. Прям капелька. Даже как-то скучно его убивать. Но лучше так убивать каждого босса, чем по 100 тысяч раз умирать. Ну или нет. И выпадает он нахрен. Так, сейчас я еще сделаю новый лук и новую броню. Я же глазок духа уже 5 раз убил. Ну, пока вот. У вас там не было. Сейчас я сделаю новую броню.